Футбольный клуб «Текстильщик» – любимец горожан. На его матчи приходят тысячи зрителей. Ивановские власти и спонсоры выделяют средства на содержание клуба. В команду приглашают новых игроков и именитых тренеров. Болельщики радуются успехам «Текстильщика», переживают из-за его неудач. Мало кто знает, что в Иванове есть еще футбольный клуб – женский, который гордо носит имя города. Девчонки принимают участие в первенстве России среди женских команд первого дивизиона. Пока с переменным успехом. Пока никаких успехов нет. Хотим успехов. Уже вот четвертая игра сегодня домашняя. Вот, во всех трех играх проиграли с минимальным счетом. Не можем забить. Девчонки молодые. Вот, поэтому, так сказать, ну, пытаемся, стараемся. Вот, я думаю, все-таки победы придут, никуда не денутся. Им еще по 17, 16, 18 лет. Поэтому тут все будет нормально, я думаю. В футболе только девушки. Воспитанницы спортшколы Олимпийского резерва номер один. Совсем юные, но настроенные побеждать. Одно то, что команда держится в чемпионате уже около 8 лет, говорит о многом. К сожалению, город в развитии и становлении женского клуба участия почти не принимает. Недавно вот глава города подарил команде набор мячей. На этом помощь иссякла. А клубу необходимо спонсорство. Каждая выездная игра – финансовое потрясение, которое почти всецело ложится на плечи родителей футболисток. Я надеюсь, что в этом сезоне нами наконец-то кто-то заинтересуется, обратит внимание, может, какой-либо помощью, там, и материальной, либо просто как бы будут сподвижники, которые с нами будут идти вперед, к вершинам, к победам. Девчонки играют в первую очередь из любви к игре миллионов, но еще для того, чтобы их заметили и поддержали. У команды уже есть свои фанаты-болельщики, не пропускающие ни одной игры. Немного внимания, и об ивановских невестах снова узнает вся страна. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.